Завершен первый этап комплексной научной экспедиции Российской академии наук в Якутии. Предварительные итоги ученые озвучат в свой профессиональный праздник 6 февраля. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Михаил Лебедев. Напомним, масштабные исследовательские работы в рамках второй комплексной экспедиции, предусматривающие реализацию 104 проектов по 5 направлениям, начались в прошлом году. Общая сумма финансирования научных работ Якутского научного центра за прошлый год составила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Из них 220 миллионов направлено из бюджета республики. Очень важным является выполнение интеграционных проектов. Эти проекты предусматривают выполнение совместных проектов совместно с ведущими научными школами Российской академии наук. Поэтому в этой программе активно будут участвовать не только сотрудники Якутского научного центра Северо-Восточного федерального университета и других научных коллективов нашей республики, но и ведущих научных школ Российской академии наук.